В рамках областной акции «Школа ЖКХ» в Одинцовском городском округе прошла проверка готовности многоквартирных домов к отопительному сезону. Теперь в комиссии участвуют не только специалисты ЖКХ, госжилинспекции, но и рядовые жители. Мы ведем разъяснительную работу с жителями, объясняем, что входит в подготовку к зиме, посещаем с ними подвалы, чердаки, кровли, смотрим, как подготовлен дом к зиме. Также с нами в этой акции участвуют ГЖИ Московской области, инспектора приехали на 6 территорий у нас. Вот сегодня мы обходим совместно с ними по Одинцово порядка 20 домов. Вот будем смотреть, как подготовлены дома с точки зрения теплового контура, с точки зрения теплоизоляции на трубах, гидроизоляции. За последние годы грамотность жителей в вопросах ЖКХ возросла. Большинство собственников знают, как начисляются тарифы за те или иные услуги и даже разбираются в инженерных системах дома. Порой вопросы бабушек ставят в тупик и матерых специалистов. Объясняем им, рассказываем, как работает система отопления, система водоснабжения, система канализации. И люди очень много уже задают вопросов, они вникают в все эти процессы. Кровельные работы, работу лифтов, ну не техническую часть, их интересуют в основном вопросы освещения, покраска лифтов, обрамление лифтов. До начала отопительного сезона остается не так много времени. Все работы коммунальщики планируют завершить в срок. Обход многоквартирных домов будет продолжен. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».